Три типа мелких впереди идут. Такие жизнерадостные. Ай, калинка, малинка. Такие радостные. В магазине сахара нет. Дефицит сахара начался. Бабушка смогла купить только молоко. Я ее проводил. И все. Телевизор смотрит бабушка моя. А гололед. Страшно ходить. Ходит под руку со мной. Сахар теперь в некотором дефиците. И с гречкой некоторые проблемы начались. Ну что, говорят. Я-то ничего не говорю, я молчу. Точнее, я пытался спорить. Бессмысленно. Точнее, не с бабушкой спорить, с мамой пробовал сейчас. Так. Ничего, смысла нет. Ой, калинка, малинка. Да. Пиздец. Калинка-малинка.